Всем привет! Сегодня хочу поделиться с вами рецептом приготовления быстрого, а главное вкусного десерта, который я называю сладкие роллы. К двум яйцам добавляю 0,5 литра молока. Все это нужно перемешать. Сюда добавляем чайную ложку сахара, совсем-совсем чуть-чуть соли, капельку соды, муку. Муки добавляем столько, сколько возьмет тесто. И сюда добавляю 2 столовые ложки какао. Ну что ж, вот в принципе и все. Тесто получилось вот такой консистенции. И в конце я добавляю еще 1 столовую ложку растительного масла. Перемешиваем. И оставляю тесто, чтобы оно отдохнуло. Любое тесто любит отдыхать перед тем, как его готовить. А сейчас приготовим начинку. Я использую домашний хороший творог. И сюда я добавляю сахар. Сахара добавляем по вкусу. Здесь уже на любителей. Например, как я люблю сладкое, я добавляю много сахара. Вы можете использовать сразу детские сырки, тоже очень вкусно. Но у меня есть домашний творог, и я решила, зачем ему пропадать, если можно приготовить какую-то вкусняшку. Ванилин добавляю еще сюда, и блендером все это измельчаем. И подготовим клубничку. Ну что ж, дальше берем наш блинчик. У меня с этой порции получилось 14 блинчиков. Выкладываем творожок. Вот такой вот блинчик готов, и так поступаем со всеми остальными. Ну что ж, в принципе, блинчики мои готовы. Вот такие вот сладкие суши, как я их называю. Можно их поставить в холодильник, чтобы они захололи хорошо, и тогда подавать. А можно сделать так, как я. Резать сразу. Можно их разогревать. Я и разогревала. Но я хочу сразу их подать, потому что у меня уже гости. Так. И разрезаю, как хотите. Ну что ж, вот такой вот быстренький, а главное вкусный десерт у меня готов. Вот такие вот сладкие роллы у нас получились. Вот, в принципе, и все. Если вам понравился мой рецепт, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки или дизлайки. Буду очень рада. До новых встреч. Всем пока и приятного вам аппетита.